Да куда хочешь. И на двушку тебе. На двушку, да? Не, я отсюда. Вот отсюда было. Сюда. Все реально. Вот, блядь. Что там горит? Или то не горит? Горит, да? Там этого... Кто за нас был, да? Взлетка, да? Ну да. Это вот вчера мина прилетела, да? Она прилетела, это он что, с укропами там перекрытие? Да. Какие последние события? Наступления нет. Перестрелка между собой временная. Ну вчера наш ложа открыли. Ложат. Вот здесь залетело, вот сюда. Дай один расскажет, что ты видел. Ложат минами иногда. Сегодня затишье, потому что туман. А вообще воюют. То есть туман не позволяет им сейчас простреливать, да? Ну да, нас не по, так вот мелкие, вот, позиция вот, буквально 30 метров. Вот. И... Я же уже и так вот, и пострелял, и... Из пулемета пострелял, из ПТРД пострелял. Они молчат, гады. Палец этот засунули себе в задницу. Так что я ни при чем тут. Они молчат. Укропы! Смотри, они молчат, гады. Ладно, ладно. Я это... Так, это простакивает. А ты там этот... Раю держите, да? Там пришли сигареты, а надо, я... Коммуникации нет, надо. Я сигарет показываю. Я пробежался, вот мне кто-то воет. Построю на борту. Там бегают укропы. Вчера было весело. Граната F1. Осколочная граната. Радиус поражения 200 метров. Этот гранату носит каждый боец. Носит для того, чтобы, блядь, не сдаться в плен и в нужный момент просто вот, хуйнуть. Потому что один хрен понимает, что в плену мы пытка, блядь. Что сразу кому еще положить? Вот так. Коробочку рядом поставить уже сразу. Где пулеметчики охуели в коробочку? Оттуда, оттуда тоже, да-да. Есть рация здесь? А? Нет. А кто старше тут? Кто старше вот? Не брал ты рацию, да? Так, она сдохла на зарядке. А какие-то последствия боя, вот, который был только что буквально, есть? Да нет, тихо, нормально. Все тихо, нормально, да? Хорошо.